Премию «Импульс добра» Сочинскому госуниверситету вручили накануне в Москве. Ее учредил фонд региональных социальных программ Вагита Аликперова «Наше будущее». СГУ получил заветную статуэтку за лучшую российскую образовательную программу. 2 года назад в университете был создан молодежный центр духовно-нравственного и социального развития, в рамках которого активно развивают сферу социального предпринимательства. Учат подростков, студентов и взрослых. В прошлом году нами подписан контракт с фондом. Мы стали региональным центром развития социального предпринимательства в рамках этого фонда. И уже вот по нашему плану работы мы создали 3 обучающие программы. Для Краснодарского края это имеет, безусловно, серьезное значение, потому что предпринимательство в социальной сфере пока это один из тех показателей, которые надо активно развивать в крае. Но и, конечно, для университета, для выпускников университета, это направление также очень важно, потому что это помогает им найти себя после окончания вуза. Мы создали при университете центр поддержки социальной сферы и центр инноваций в социальной сфере, где мы продолжаем общаться с нашими выпускниками и проводить с ними консультации, как правильно организовать свое дело в социальной сфере. И, безусловно, это, конечно, очень важно и для города Сочи. На участие в конкурсе со всей страны было подано 332 заявки. Выбрано 10 лучших в 7 номинациях. Все лауреаты премии – это проекты, которые находят инновационные решения социальных проблем и вдохновляют своим примером других.